Анатолийченко. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете абсолютно все о жизни, спортивной жизни нашего города. Сейчас на нашем YouTube-канале стартовал проект «Cheerleader Днепра». И мы бы хотели попросить у вас пожелать что-либо нашим участницам. На этом проекте представлены лучшие спортивные клубы, все чирлидинговые команды города Днепропетровска, города Днепра. Что бы вы могли нам пожелать? Ну, вы знаете, я часто по своей работе и уже долго сталкиваюсь с чирлидингом, который есть в нашем городе. И видно, что дети занимаются с таким даже... в хорошем понимании слова, со остервенением. Даже если что-то у них не получается, они начинают плакать, потому что это эмоции. Или если человек плачет, он переживает за тот, скажем так, качество работы, которое ему, может, не удалось сделать лучшим образом. Но это закаляет, и это делает спортсмена сильнее, он стремится к новым победам. Я хочу пожелать всем чирлидингам заниматься чирлидингом, тем более, что сейчас пошла такая тенденция, что чирлидингом стали заниматься, и ребята приходят в чирлидинг, там, пока что они делают там станты, там какие-то поддержки делают. Ну, не ровен час, и появится мужской вид спорта. Я не дока слишком в этом, но мое пожелание, чтобы у нас как можно больше раскол клубов, но главное в том, чтобы у нас занимались дети, потому что чирлидинг – это красота, грация, это изысканные костюмы, изысканные постановки. В общем, это все красиво. Спасибо большое. Привет-привет! Сегодня выходит 4-й выпуск нашего шоу-проекта «Cheerleader Днепра». К сожалению, по результатам голосования из нашего проекта выбывают две участницы – Мишукова Анастасия и Натыкан Елена. Главный спонсор TVD-студия. Профессиональная фото- и видеосъемка. Наши девчонки подготовили небольшие сюрпризы для своих тренеров. Давайте посмотрим, что же это за сюрпризы. Наши тренера милые и добрые, строгие бывают, бьют нас иногда. Спасибо вам за ваше утешение. И все в наш адрес, ваше оскорбление. Спасибо Звани за заботу. Оленя на лицах красоту. Мы любим вас до изнеможения. За радость, победу и поражение. Елена Алексеевна, спасибо вам, что научили быть не только хорошим спортсменом и тренером, но и научили терпению, ответственности, вере в себя. Вы для меня больше, чем тренер, и всегда были примером для меня, еще с первого занятия. А вы помните мое первое дансоло? Вы же тогда воплощали мою мечту, которая оказалась такой недостижимой. А стишок про вас, помните? А помните, как я стеснялась? Вы мне еще платье подарили с надписью «Не прячь свою голову в песок». Я благодарна вам за каждый взгляд, за каждое поучение. Ведь только благодаря этому я стала такой. И моя мечта сбылась. Я люблю вас. Вы самая замечательная. Алла Владимировна, вы научили меня многому. Я благодарна вам за все, что вы для меня сделали. Я люблю ваш труд, все, что вы добились. Вы стали для меня чем-то больше, чем тренером. Я люблю вас и наши тренировки, и я за вами скучаю. Александра Прохорец, профессиональный визажист. Студия Viva Star. Занятия по полденсу и растяжке. Академия праздника. Праздники под ключ на любой вкус. Чирлидерский бантик есть неотъемлемая часть жизни чирлидера. Бантики бывают разные, большие и маленькие, разные по цветовой гамме. Но бантики являются визитной карточкой каждого чирлидера. И для того, чтобы девочки запомнились, и наш проект им подарил маленькую радость, мы предложили им изготовить бантик своей мечты. Чирлидерский бантик своей мечты. Давайте посмотрим! Спросим у наших участниц, что же они изготовляют. Женька, расскажи, пожалуйста, как делаешь свой бантик, что получается, что не получается, почему выбрала именно такой цвет? Я делаю такой бантик,
потому что мне очень нравится голубой цвет. Я планирую сделать, вышить бисером, чтобы оно как-то красиво смотрелось. Я хочу эти пайетки прицепить на центр. Думаю, интересно будет. Девочки, в двух словах быстренько, что хотим сделать? Красивый-красивый бантик. А куда его цеплять? На голову. На голову. А на рюкзак? И на рюкзак. А на руку? И на руку. Что делаете? Что хотите сделать? Чем хотите украсить? Почему розовый цвет выбрали? Не знаю, мне просто очень нравится этот цвет. Я хочу потом его украсить такими блестяшками. Мне кажется, будет очень красиво. Я его буду цеплять на обруч, и будет у меня такой обруч с бантиком. Екатерина Александровна, спасибо вам за все. За то, что верили в меня, учили и тянули. За то, что стали нам как друг, с которым можно обсудить усталость, боль и огорчение. Но все равно вернете веру в себя. Спасибо вам за это. Спасибо вам за то, что научили не сдаваться. Научили идти только вперед и дали ощутить нам вкус победы. Но как же неприятно видеть ваши слезы, ваши старания, которые порой не можем оправдать. За это вы простите. Но все же, мы одна семья, и вы ее построили с нуля. Спасибо вам за это. Спасибо вам за то, что на тренировку идем мы как на праздник, и уходить оттуда не хотим. За все спасибо скажем вам, ведь тренерам так хочется это услышать. Олеся Олеговна, тренер, кумир мой, поддержка, опора и личный пример. Приучит режиму, научит движению, и танец поставит всегда без проблем. Бывает серьезно и строгой бывает, болеет душой за наш результат. Олеся Олеговна личным примером дает нам надежду на много наград. Мы с радостью ходим на все тренировки, заряд позитива, победы, настрой. Олеся Олеговна лучший чирлидер, я быть постараюсь достойно ее. Было больно, было сложно. Порой хотелось все сломать, но вы как будто не отложка, нас заставляли вновь вставать. Для нас самих, за веру в чудо, за ваше терпение и стремление. Спасибо буду говорить за вам, тренер, за ваше вдохновение. Скалодром «Скала» – 200 квадратных метров скалолазного тренажера. Тойбук – интерактивные авторские книги. Юлия Акимова – различные виды массажа. Чтобы проголосовать за понравившуюся вам участницу, необходимо: первое – вступить в группу, второе – сделать репост записи, закрепленной сверху, третье – подписаться на наш канал на YouTube, четвертое – проголосовать в комментариях на канале на YouTube за понравившуюся вам участницу. И напоминаю, что проголосовать вы можете только за одну из понравившихся девчонок. И напоминаю вам номера наших девчонок. Девочки, какой у вас номер? Голосуйте! Голосуйте, поддерживайте девчонок, и пусть победит самая достойная! Мария Владимировна – надежный и справедливый тренер, спортивная, жизнерадостная и уверенная в себе девушка. Всегда поддерживает в любых ситуациях. Мария Владимировна развивает нас в разных направлениях, дает стремление к победе, и вместе с ней мы достигаем больших результатов. Благодарим вас за ваш труд и терпение. Мы любим вас! Спасибо тренеру за все, Елена Алексеевна, за поддержку и любовь, за то, что вы всегда были со мной и поддерживали, когда я вешала свой нос. Спасибо, что ловили, рвавши спину, и не разбивала я нос. Спасибо, что вы стали для меня семьей. Шендрик Карина, нейл-мастер. Детская планета, сеть парков для активного отдыха детворы на любой вкус. Виталий Барташ, профессиональный фотограф. Yeah, yeah.
really, 'cause ooh, I think that I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. Oh, well, she walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Say, подошел к концу наш выпуск 4. Мы с вами не прощаемся, ждите нас дальше, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, голосуйте за понравившуюся участницу и болейте за нас. Все, всем пока-пока!